Заключительный матч сегодняшнего игрового тура. Сейчас встречаются Спецсвязь и Сбербанк. Страхование вот такое быстрое начало Спецсвязи. Окрылены они победой над командой Татнефть. 2-1 и вырвали эту победу на последней минуте. Ранее сегодня Спецсвязь уступила Газпром Энергохолдингу. Так что Спецсвязь может сделать отличный камбэк после поражения. Важную встречу выиграет и, ну, сделает свое дело, встречаясь с Сбербанк Страхование. У Сбербанка 1-6 поражение от Газпром Энергохолдинга и 0-1 поражение от Татнефти. Пока Сбербанк у нас идет без набранных баллов. Но им еще практически целый круг играть. Спецсвязь действует в своей любимой манере. Атакует всей пятеркой. Как бы не подвела их такая самоуверенность. Пусть у нас Страхование не набирало очки, но забитыми мячами отличалось. Весь контроль мяча и все комбинации у Спецсвязи в одно касание. Вот сейчас сколько таких передач было. Любопытно будет даже посчитать. И самое главное, что это затяжная атака. Буквально минуты на полторы заканчивается взятием ворот. И Спецсвязь по-хозяйски выходит вперед. У нас передача Дикова, забил Сергей Иванов. Что, может быть, пойти на эксперименты Сбербанку и попробовать сыграть тоже в 5 полевых? Тем более, что пропускают они второй мяч, и теперь уже можно в обороне не отсиживаться. Теперь уже всей командой остается идти вперед. А Спецсвязь пытается уже в первой 10-минутке забить максимум, потому что понимает, на второй тайм у них попросту может не хватить сил. Так удивительно, куда они находят запасы энергии, чтобы просто по площадке передвигаться. Снова несколько хороших передач в одно касание, правда, удар подкачал, и Сбер втроем у чужой штрафной. Подуспокоилась игра после того, как
спецсвязь преимущество свое закрепила. Но все может поменяться, если Сбербанк хотя бы один мяч отыграет. Тогда этому относительному спокойствию придет конец. Бор в центре. Снова выход 3 в 3. Голы. Вот она интрига. 1-2. Так что может нас ждать любопытное продолжение. Любопытный второй тайм. В первом еще играть долго. Минуты 3 остается. Даже больше. Это довольно агрессивно Сбербанк играть в отборе. Но в этом сезоне у них же было достаточно матчей для того, чтобы привыкнуть к правилам, к судейству, нащупать грань дозволенного. За эту грань они особо не заступают. Классный перевод, и вот забей сейчас Сбербанк, сравняй счет. Эх, и недолго у нас сохранялась интрига. Спецсвязь возвращает себе комфортное преимущество. У нас 3-1. Но это только первая десятиминутка. Сбербанку не привыкать в роли отыгрывающихся действовать. Это уже должен прийти момент, чтобы отыгрались они. Может быть, как раз в этом матче случится чудо. Связи тренер подсказывает просто подержать мяч, дождаться перерыва, чтобы было время чуть-чуть отдохнуть. Мяч на линии установлен, можно вводить. И все. Один.
Второй тайм, 10 минут нас отделяют от финального свистка и окончания всего сегодняшнего тура. Остается смотреть, чем же закончится сражение спецсвязи и команды Сбербанк Технологии. Пока спецсвязь лучше по игре, по моментам и, самое главное, по счету. Горелов опять разыгрывающий. Спецсвязь может так катать мяч все оставшееся время. Но вот здесь ошибка. Мяч пересекает центр, поэтому вратарю можно отдавать мяч сколько угодно. Ну вот классическая игра на удержание счета. Игра не в футбол, а в пас. Ну, по такой игре Сбербанку остается только агрессивнее прессинговать. Агрессивнее, активнее. Выбрасываться на соперников. А то, ну, чего ждать. Ну, если в крайнем случае получится атака у спецсвязи преимущество, но если не рисковать, то так до финального свистка спецвеси будет мяч катать. Ну вот, как раз тот опасный момент, который получается, если агрессивнее начинает прессинговать Сбербанк и выбрасываться на соперников. Но Сбербанк проигрывает. Какая разница, с каким счетом проигрывает? Так, хотя бы будут шансы мяч перехватить. Наконец-таки Сбербанк с мячом, а то уже мы устали от перекатов вот этих вот через центр спецсвязи. Хотелось полноценную атаку смотреть.
Да, пожалуй, второй тайм – это самый бессобытийный отрезок в истории всех наших соревнований. Еще никогда игра на удержание счета не была столь однообразной. И вратарь у Сбербанка пошел теперь через центр, наконец-таки. Тренер спецсвязи подсказывает сейчас повыше им прессинговать, потому что вратарь ушел за центр. И вот как раз вратарь сейчас мячом был, удар с разворота, погорело. Около 8 минут сыграно уже во втором тайме. Видно, что совсем мало сил осталось у спецсвязи и Сбера. Столько матчей сегодня сыграли. Главное, над чем нужно будет работать. Ох, сейчас в момент была очередная штанга. Сюда раз спецсвязи. Вот главное, над чем нужно будет работать Сбертехни спецсвязи. В перерывах это над укреплением состава, над тем, чтобы больше игроков на каждый тур приезжали. Ну а пока все. Конец.